В Лос-Анджелесе сейчас утро. Я только что проснулся. Сегодня я буду записывать свой день на камеру. А сейчас я пойду на тренировку. Утренняя тренировка. Пойдем немного разомнемся. Пока. Чуть медленнее. Отлично. Я только что закончил утреннюю тренировку на голодный желудок. Как и ожидалось, тренировки очень изматывают. А сегодня я еще усерднее тренировался. Теперь я пойду и приму душ. А потом буду собираться. Пока. Я только что собрался и вышел на улицу. Погодка такая чудесная, очень приятная. Я против света? Тогда буду снимать так. Наверное, выпью кофе из Starbucks и прогуляюсь по торговым рядам. Разве здесь не красиво? Погодка такая чудесная. Погодка такая чудесная, очень приятная. Погодка такая чудесная. А сейчас я зайду в кафе и... там буду снимать. Я только что купил себе кофе. Начало моего дня. Я еще не завтракал, так что сейчас собираюсь поесть. Мы будем обедать в In-N-Out. Идем в In-N-Out. Вот они, наши бургеры. После приятной трапезы я вернусь к вам с камерой. Здесь очень много людей, поэтому не думаю, что у меня получится снимать. Пока. Я только что поел. Сейчас собираюсь прогуляться немного по Голливудскому бульвару. Я бывал здесь 2 года назад. Кажется, это было очень и очень давно. Поэтому я хочу прогуляться. И осмотреться. Гамбургер и правда был очень вкусным. После обеда я вот так просто прогуливаюсь по улице. И чувствую такое умиротворение. Погодка такая чудесная. Такая погода как раз подходит для прогулок. И совсем не жарко. Поэтому я прогуливаюсь, попивая кофе. Куда бы я ни шел, везде борюсь со светом. Если буду снимать вот так, то вы не увидите моего лица. Вам же лучше видно, если снимать так, верно? Сегодня я собираюсь... очень продуктивно провести этот день. Пока. Это Голливудский бульвар. Я только что видел отпечатки рук Ли Бёнхона и Ан Сун Ки Сонбынимов. А сейчас я собираюсь вызвать Uber и отправиться в другое место. Я также прикупил пару вещичек, которые хотел приобрести на этой улице. Я правда отлично сегодня повеселился. Мне было так приятно вот так прогуляться здесь. Я счастлив, что мне удалось так хорошо провести время. А сейчас я хочу оставить свои вещи в отеле и немного отдохнуть. А потом я хочу куда-нибудь выйти и съесть самгёпсаль на ужин. Мне сегодня было весело. Боже, эта улица тоже очень красивая. Красиво же. С наступлением вечера становится прохладнее, поэтому я поспешу зайти в здание. А потом вернусь к вам. Я сегодня отлично повеселился. Но не думайте, что влог уже закончился. Всем привет! Я пришел сюда поесть. Жду в очереди снаружи.
В этом ресторане играет наша песня. Я слышу свой голос. Это корейский ресторан, но все равно здорово услышать наши песни где-то в Америке. После того, как попаду внутрь, покажу вам, как нужно есть вкусное мясо. Ребят, все было настолько вкусно, что я забыл включить запись. Вот так я ем самгёпсаль. А это кимчи. С приготовленными на пару яйцами и... Да, вот так надо наслаждаться едой. Я попозже снова включу камеру. Ребят, это самгёпсаль. Мы заказали еще, ведь это так вкусно. Ребята, это дэчан. Мы закончим ужин дэчаном. Привет. Этини, я вернулся в отель после того, как провел своеобразный выходной. Утром я сходил на тренировку, потом выходил поесть вкусняшек. В итоге вернулся сюда. Это был очень значимый день. И мне кажется здорово, что я могу поделиться этим днем со всеми вами, Этини. Я собираюсь помыться, а потом буду готовиться ко сну. И на этом влог Чунхо закончен. Пока. Спасибо, что посмотрели это видео. За перевод благодарим фансаб-группу Reversed 8. Ссылка в описании.